Привет, ребята! Сегодня такая удивительная история приключилась. С утра по традиции посмотрела свой любимый блог «Трансформатор», который ведет предприниматель-миллионер Дмитрий Портнягин. Ссылку оставлю под видео. И он такую прикольную тему задвинул, что я просто не смогла не снять сегодня это видео для вас и не рассказать вам о новой прикольной технике. Ну что, ребятушки, привет! Это новый выпуск «Трансформатора». Я знаю, что вы его ждали. Это Майами. Майами – один из самых моих любимых городов. Почему самый любимый? Потому что это тот город, который был в моем идеальном дне. Я тоже представлял себе такую жизнь. Я представлял себе пальмы, море, автомобили без верха, большое количество интересных людей, которые меня окружают, интересные проекты, постоянное развитие, какая-то вот такая вот легкость, свобода. После того, как я этот эпизод увидела, я вспомнила про себя, когда я делала то же самое. Я помню, что я специально брала выходной на работе, оставалась дома и представляла, что я вот так вот не буду ходить на работу, буду заниматься любимым делом, сидя дома, ну то есть из дома. Я мечтала работать удаленно. Сейчас эта мечта реализовалась, а сейчас я именно так и работаю. То есть я поняла, что я сознательно делала то же самое, что делает Дима. Я придумывала свой идеальный день. Я его проигрывала. Я представляла, как я просыпаюсь, как я делаю свои интересные дела, мне не нужно никуда торопиться, как у меня спокойно на сердце того, что я могу зарабатывать деньги и работая удаленно. И все это сбылось. Поэтому сегодня давайте разберем эту прикольную технику, как мой идеальный день. Хоть я и сказала, что техника новая, но на самом деле я уже раньше слышала про эту технику. Я знаю, люди уже давно практикуют такой метод исполнения желаний, как «Мой идеальный день». И впервые я услышала его от одной прекрасной девушки, которая предпринимательница, которая путешествует по всему миру. Она рассказывала такую вещь. Просто возьмите листочек, бумажку или тетрадку и начните описывать свой идеальный день с самого утра. Опишите, как вы встаете, с кем вы просыпаетесь, какие звуки вы слушаете, в каком вы доме находитесь, что вам нужно делать в этот день. То есть вы можете в этот идеальный день вместить все свои мечты и свою идеальную работу, и свой идеальный доход, и свой идеальный досуг. И ваше окружение, и ваши личные отношения, и ваш внешний вид. То есть одной техникой можно исполнять сразу несколько своих желаний. Обязательным условием для выполнения этой техники является прочувствование себя. То есть вам нужно ощущать, как вы себя чувствуете вот в этом вашем идеальном дне. Это не только должна быть визуальная картинка, но еще и ваши эмоции по поводу того, что вы видите вокруг себя. Как вы радуетесь вашей квартире или вашему дому. Обязательно испытывайте эмоции, радуйтесь тому, как проходит ваш идеальный день. Эти эмоции, они дают энергию для исполнения вашего желания. Они делают картинку, которую вы представляете, более живой, то есть позволяют ей материализоваться в этом реальном мире. И еще один интересный совет от Димы Портнягина. Я хотел бы с вами немного поговорить о Роме. Я хотел ему показать этот день из его идеальной жизни. Я хочу дать вам понять, что это очень важно. Пока вы не начнете визуализировать свой идеальный день, через 3, через 5, через 10 лет вы не сможете ничего поменять в вашей жизни. К сожалению, сейчас я не могу быть с тобой рядом. Но ведь это и не обязательно. Сегодня ты отправляешься в свою мечту. Я хочу, чтобы ты почувствовал, что жизнь может быть другой и постарался окунуться в нее на все 100%. Вы летите в Дубай. И сейчас я хочу дать Роме еще несколько заданий, которые он выполнит в Дубае. Первый ключ и первое задание – это «Будущее наступило». Это единственное, наверное, задание, которое я помогу ему выполнить. Этот ключ заключается в том, чтобы оказаться в том месте, которое вы себе представляете в идеальном дне. Это задание, он его уже выполнил, потому что он находится в Дубае. Он ездит на автомобиле, который он себе представил. Он живет в доме, который он себе представлял. Поэтому это задание выполнено. А для вас я хочу, чтобы вы его обязательно сделали.
очень классный совет, то есть попробуйте реализовать свой идеальный день уже сейчас. Снимите на один день какую-то квартиру, либо отправьтесь в поездку в идеальное место, в котором хотите жить. Или, как я тогда делала, возьмите выходной и представьте, что сегодня как раз-таки ваш идеальный день, что вы работаете удаленно, например, да, если это ваша мечта. Если вы мечтаете о классных семейных отношениях, то вы можете накрыть ужин на вашу семью, хотя даже если сейчас вы один или одна. Поставьте 3 или 4 тарелки, либо 2 тарелки, приготовьте для всех этот ужин. Это тоже будет такая импровизация вашего идеального дня с вашей семьей. Как вы заметили, исполнение желаний – это творческий процесс. Творите, играйте, показывайте жизни, что вы хотите, и все ваши мечты обязательно сбудутся. Ставьте лайк, если вы будете пробовать эту технику. Подписывайтесь на канал. А если вы хотите познакомиться со мной поподробнее, все ссылки под видео. Пока!